Совет директоров музеев начался с главного вопроса – подготовки большой выставки в Московском музее Победы на Поклонной горе. Это первый опыт объединения всех культурных учреждений региона на одной федеральной площадке. Будем этот вопрос обсуждать, говорить нашим коллегам, как это будет все происходить, с чего начнем, чем закончим. И надеюсь, что у нас все получится. 17 октября этого года в музее Победы на Поклонной горе откроется большая интересная выставка. Музеи региона планируют предоставить около 200 экспонатов. Заполярная экспозиция должна концептуально отличаться от остальных. В Мурманской области выделено помещение в 300 квадратных метров. Декорации будут создаваться художниками и дизайнерами с нуля. У нас есть очень хорошая коллекция личных вещей, дважды Героя Советского Союза Виктора Николаевича Леонова. И мы надеемся, что эту выставку посетит дочка Виктора Николаевича. Она живет в Москве с семьей, и для нас это очень важно. Музей Победы на Поклонной горе – самый крупный военно-исторический музей в стране. Здесь часто организуют выставки, лекции, общественные мероприятия, экскурсии, как для россиян, так и для гостей из других стран. Для заполярных музейщиков принять участие в масштабном проекте – большая честь. Мы к ней готовимся давно, уже достаточно, договоренности были получены давно. И я уверен, что эта выставка станет ярким событием в культурной жизни не только нашего региона, но и Центральной России. В выставке примут участие музеи Полярного, Мурманска, Кандалак, Шиковдора, Печенского округа, Килпьявра, Североморска. Также ценные экспонаты предоставят региональные поисковые отряды. Александра Пескова, Даниил Пугачев, ТВ-21+.